Зволікання із розслідуванням корупції в оборонній сфері загрожує безпеці України. Про це заявив координатор громадської організації «Стоп корупції» Роман Бочкала. Він закликав правоохоронців довести до суду справжніх винуватців розкрадань в «Укроборонпромі» та фігурантів так званої справи Свинарчуків, а також знайти винних у зривах численних військових контрактів і втраті позиції України на світовому ринку озброєнь. За последние 10 лет Украина вылетела из топ-10 экспортеров вооружений. Доля Украины на этом рынке снизилась на 47%, с 2,7 до 1,3. И произошло это в том числе и благодаря коррупционным действиям. Когда мы говорим, что государство воюет, и при этом его разъедает коррупция, извините, это огромные колоссальные риски вообще для существования государства. Мы видим много деклараций, мы видим много заявлений, но уже хотелось бы переходить от слов к делам. К делам, собственно говоря, в том смысле, чтобы были какие-то действия, и к делам уголовным, которые бы уже передавали в суд и заканчивались конкретными судебными решениями.